Трещит по швам. Жители одной из высоток в микрорайоне Парковой обеспокоены. Их далеко не старый дом стремительно покрывается трещинами. Они активно увеличиваются в размерах. Такая картина наблюдается на фасаде и на несущих стенах многоэтажки. Наша съемочная группа побывала на месте. Подробности расскажет Евгений Гуляев. Этот дом на Подлесной 3А был сдан в эксплуатацию в 2006 году. 10 лет люди ничего не замечали, здание находилось вроде бы как в нормативном состоянии. Все началось год назад с небольших трещин, которые стали активно расширяться. Трещины активно стали расти не только на фасаде и в подъездах, есть проблемы и в квартирах. Они были меньше, сначала там была как бы такая маленькая просто в виде сеточки, а потом она расходится, из нее даже уже дует. Да страшно как бы оно, если все упадет. Председатель ТСЖ Татьяна Никитина полагает, что фундамент дома играет. На цокольных этажах трещины уже более сантиметра. Трещина на несущей стене 10 этажа, которая переходит плавно в квартиры. За этой вот стеной находится квартира. Трещина, линейка 50 сантиметров, она полностью входит в трещину. Если мы возьмем линейку метра, она тоже пройдет уже досквозь. Увидев растущее число трещин, люди начали обращаться в различные инстанции, от района и городской администрации до генпрокуратуры и приемной президента. Сейчас на трещинах множество маячков. ТСЖ ведет наблюдение и заносит все изменения в журнал. Провести ремонт фасада дома можно в рамках программы капитального ремонта, но работы пока запланированы только на 40-е годы. Впрочем, в администрации города нам сообщили, что сроки, возможно, удастся сдвинуть. В настоящее время совместно с собственниками прорабатывается возможность проведения капитального ремонта уже в 2018 году. Условием для такого переноса является собираемость платежей по дому не ниже 80%. На данный момент собираемость составляет 66,7%. Председатель ТСЖ надеется, что удастся повысить собираемость платежей. Промедление в сложившейся ситуации очень опасно, считают местные жители. Люди боятся оставлять своих детей, уходя на работу. Неизвестно, что значит. Трещины развиваются. Несущая стена только за последний месяц отклонилась у нас на 8 миллиметров. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.